Не сезон. Главный тренер хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Скабелка подал в отставку. После того, как команда не выполнила задачу попасть в плей-офф Кубка Гагарина, руководители клуба по обоюдному согласию расторгли контракт с тренером. Скабелка руководил «Сибирью» на протяжении 3 сезонов. С его именем связан и самый громкий успех новосибирского хоккея – бронзовые медали чемпионата страны. О других назначениях в тренерском штабе пока неизвестно. В некоторых СМИ появилась информация о том, что команду в межсезонье покинут несколько ведущих игроков. Однако контракты у большинства хоккеистов подписаны как минимум до 30 апреля. И официальные переходы возможны не раньше мая. Много достаточно.